Лифт загорелся. Это вот сюда мы хотели пройти, да? А что произошло-то? Почему мы живы? А то здесь открыто. Ну, конечно, звук этот... Пипец. Опять оно. Ты чё тут горишь, свет? Офигел, что ли? Чё, мне опять три предохранителя сраных надо найти каких-нибудь? Что за бред? Я не понимаю. Это уже невыносимо, чуваки. Блять, тут тупик, сука. Подлезь, я верю в тебя. Фу, ребят. Ой, ладно, пойду покушаю, может потом продолжу. Что ж, я покушал. Можно продолжать. Продолжать ссать штаны. Хоть немножечко я отвлекся, потому что пипец, неприятная тема. Чё-то нифига не видно. Колонки забыл отключить. Что за говно? Да кто это говорит? Ну, в смысле, это радио какое-то, да? Рация, то есть. Твою мать, я его не увидел. Он меня сейчас опять убьет, да? Твою мать, он рядом со мной. Был. Куда-то ушел. Да твою мать, чё ж так... Не видно-то вообще ничего. Жесть какая. Куда я иду, сука? Так, тебя некогда тыкать. Давай, чувак, давай, лезь. Черт, почему она не зак... А, закрыть надо было. На всякий случай. И опять он здесь. Так, сразу смотрим обстановку. Здесь ничего не видно.
Так, здесь какая-то блевотная органика снова. Так, видимо, он здесь. Или внизу. Да твою мать. Черт, меня же заметно, наверное, здесь. Я же... Тут светло слишком. Какой-то бред, я не знаю. Всю игру на кардах и под углом. Хуже, чем в Outlast, мне кажется. Может, это я такой ссыкло просто. Так, к сожалению, я этих штук, наверное, уже не буду собирать. Эти штуки. Это потом как-нибудь другой раз. Давай, открой, открой, открой. Я же тут все собрал. Черт, а там может быть что-то было интересное. Ну или... Поздно, неважно. Когда же это все закончится? О. Ну ладно, хотя бы я привык к этому монстру. Причем он просто тупо телепортируется, по-моему, за мной. Что? Что такое? А это... Наша подруга Кейт, что ли, как ее там зовут? Она даже не подозревает, в каком дерьме мы находимся. Такой просто... Опять он приперся, да? Ну там зелененько... Твою мать, он сюда идет. Это он стоит? Да, это он. Охренеть. Вот жуткая мразь, серьезно. Так, как-то надо обойти всю эту ситуацию, скорее всего. А может что-то взять? Слушайте, может он на звуки тоже вот реагирует? Ну, типа там, кинуть что-нибудь, например. А! Куда она исчезла? А может фонарь? Так, давай, иди налево, а я тебя обойду. Нет, смотрите, он не хочет туда идти. Да ладно. Да блин, что, нам прям за ним, что ли, идти? Это ерунда какая-то. Ну ладно, давайте попробуем. Сейчас вот он здесь появится. И мы, короче, да, вот он идет. Надеюсь, он сейчас сюда не решит пойти неожиданно. Ладно, давайте в следующий раз. Вот сюда спрячемся сейчас. Вот здесь и отсюда за ним пойдем. Здесь же никакого выхода дополнительного нету. Судя по всему, он там куда-то недалеко уходит-то. Сейчас, какой частью тела он, блин, нажимает на эти кнопки? Что, они открываются?
написано, он в этот отсек сможет залезть за нами? Ой. А чё он не идет? Идет, идет. Долго, кстати, его не было, да, просрал я свой шанс. Или он совсем уже ушел? Да не, пришел снова. Давайте вот сюда сейчас. Да. Что-то он заподозрил, что ли? Блин, я реально очкую. Он стоит там. Ну, вроде бы. Не понял. Куда он делся-то? Куда-то дальше, что ли, ушел? Что-то не пойму. Почему звуки справа, как будто бы? Твою мать, вот он идет. Там все-таки был проход какой-то, просто я не видел. Пожалуйста, пожалуйста, чувак, ты меня не видишь. Блять, куда я прибежал? Нихера тут нету. Это был тупик, сука. Это был неправильный вариант. А, надо было бежать налево. Блин, из-за этого света... Ничего не видно. Ну чё, он там? Куда я вообще? Сука, он сюда идет. Да ёб твою мать, где ж ты там? Хер разбери вообще. Твою мать, какого члена тут закрыто? Так, если там... О, так, если там закрыто, значит... Твою мать, значит, что делать-то? Может, у него карту ключ стащить? Так, он решил сюда пройтись. Какой нахер аккумулятор зарядить? Блять, ну и что тут делать-то? Тут нет никаких аккумуляторов. А, подожди, вот же рубильник какой-то.
Или это... Блять, это не рубильник. Что тут сделать-то можно? А. Надеюсь, это надолго хватит. Ну да, вроде хватает. Интересно, куда он пошел? Прямо или повернет сейчас? Вроде по... Да, он пошел. Чё так шумно-то, блядь? Тише. О, моя невнимательность. Просто жесть. Наконец-то. А, типа, мы тонем, да. О. Просто пипец какой-то. Водолаз, который не умеет плавать. В общем, получается, все из... Куда нам надо? Может, грести ей надо? Короче, вот так. Фу. Синхронизация с игрой. В общем, получается, единственное, что я реально... В основном, да, я как-то невнимательно смотрю, то лифт не запустил тупо из-за того, что просто не получилось нажать кнопочку. А что дальше? Мне кажется, мы грохнемся, если... Может быть, тут что-то есть, нет? А, подожди, там лестница. А как нам туда попасть? А может, я просто травматизирую все? Твою мать. Ого, ничего себе. Думал, мы не допрыгнем. А может, вернемся еще раз поиграемся с этим чуваком прикольным, да? Так, хорошо, теперь что, видимо... Ой, фига себе. Ты, оказывается, у нас такой ранимый. Слушай, а ты здорово прыгаешь, однако. Спасибо, что ты водолаз хотя бы. Так, ну туда он вряд ли заберется. Так, ну здесь же нет этой штуки. Слушайте, а с той штукой все оказалось гораздо проще. А я, блин, назад куда-то пошел. Ой, боже мой. Ну, я более-менее привык к такой напряженной обстановке, тем не менее. Так, знаете ли. А, некий рычаг, давайте дернем. Ой. Сейчас воды, что ли, закачает сюда? А назад можно? А чё, никак? Чё там, опять? Блядь, серьёзно? Ох.
Эта штука такая быстрая, что просто пипец. Я имею в виду монстр этот. Вставай, вставай, дружище. Опять мы в океане. Синем море.